Покровитель пушечного мяса. Российских нубиков отправляют на убой, благословляя иконой Стримоусова. На фоне массовых отказов мобилизованных россиян идти в самоубийственные атаки на укрепленные позиции в СУ, в РФ ищут новые способы мотивации своих солдат. И пока кремлевские пропагандисты рассказывают о долге перед Родиной, а так называемые маги-экстрасенсы призывают на помощь потусторонние силы, РПЦ решила использовать давно проверенный метод, заручившись поддержкой святых. При этом ее выбор пал на одного из самых жалких пророссийских коллаборантов Кирилла Стримоусова, который нашел свою нелепую смерть на трассе под Херсоном накануне освобождения города, которое, по его же словам, могло произойти только через его труп. В соцсетях обнародовали фото с торжественной церемонией отправки на убой очередной партии российских мобиков, которых благословляют иконой с его изображением в образе мученика. Насколько хорошим покровителем пушечного мяса окажется Стримоусов, покажет время, однако предыдущие его начинания, как правило, заканчивались провалом.